Привет, мой милый друг! Вот и пришло время выложить на канал ролик с подведением итог розыгрыша. Перед началом хочу поблагодарить всех, кто в нем поучаствовал, выполняя все правила проведения конкурса, и всех, кто после этого стал зрителем канала «В мире сказок». Ну что ж, начнем! Для определения победителя я выбрал самое популярное приложение для этого – рандомайзер из ВКонтакте. Забиваем в поле все необходимые данные и жмем. И победителем конкурса оказалась Виктория Мухамедьярова. Ищем ее среди комментариев. Вот она. Заходим на ее страничку, чтобы проверить репост. Ну вот неурядица, профиль оказался закрытым. Но так как я посчитал, что это не особо-то и проблема, попробуем дать ей шанс. Я добавился к ней в друзья, и вскоре она приняла заявку. Дальше уже дело в шляпе, и как же все-таки приятно читать сообщение от человека, который только что победил в розыгрыше на 1000 подписчиков. Не унывайте те, кто не смог победить. Моя следующая цель висит на планке 5000 подписчиков, и в случае достижения этой вершины я устрою еще один розыгрыш, в котором уже будут несколько победителей, что приумножит ваши шансы. Поэтому оставайся с нами и наблюдай за каналом «В мире сказок», в котором рассказываются про удивительные миры, где живут наши фантастические котики. Пару слов о следующем видео, очень захотелось поделиться. На этапе будет сказка, в которой рассказывается про полненького котика по имени Бендер, которого ты точно где-то мог видеть. В сказке он будет детективом, и ему нужно расследовать очень загадочное происшествие. Мне нравится, как она получается, поэтому я думаю, что вам тоже понравится. Так что оставайся с нами, и вскоре мы все вместе узнаем, что это за загадочное происшествие и с чем детективу Бендеру придется столкнуться. Ну а на этом все. Всем удачи и мира. До встречи.